Так, у нас пятая серия уже. Дом. Называется она дом. О, это ж кассета. Я так понимаю. Модернизация моделей. Дешевое техобслуживание. Есть много причин, по которым клиент может захотеть разобрать отдельного дрона или серию. Короче, вот это желтая повязка на них. Это... Вот это... Ой, вот это самое, это роботы на утилизацию. А если из них главную хрень не вытащить, которая в груди находится, то они могут перезагрузиться. Типа мутировать. Интересненько. Я тут пока бутерброды поеду. Будучи популярной, эта порода известна своим дружелюбным темпераментом и мягкой золотистой шерстью. Ха. Золотые ретриверы также... Мы ящерки, а себя Джей нарисовала. Известны своими нежными ртами. О, поэтому они ладят с детишками. Блин, это ошибка 606 какая-то. Интересно. Хлоп. Выглядишь грустно, братик Н. Может, ты хочешь пойти на торжество со мной? Глоточек. Не думаю, что нас пригласили, приятели. Позависаем и так? Заползаю. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Я ненужная, Энн. Слушай, ты же знаешь родню Тессы. Не смотри на меня так. Хи-хи, я непослушная. Плоть требует приглашения. А, мы спросим Тессу. Ладно, если нет, ночь кино. Робкий кивок. Может, Син это она? Крать, 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 крать. Вилла в стиле вестерн? Вас животные программировали? Люди идут! Я только с роботами болтаю, Джей! Быстро, притворись королевской особой! Крутышка! Я в порядке. Привет, Тесса! На грани смерти произнеси «Темный волк 17». Ой, кто это тут? С тобой. Джей опять забыла выпустить меня из подвального режима.
И все же ты здесь. Раздраженное лицо. Вы что, ее запираете? Тесса Джеймс Эллиот! Мы не будем развлекать твоих питомцев с помойки. Да, мама. Прости, мама. О, Господь всемогущий! Я просила убрать это с глаз моих. Не в силах выполнить простейшие приказы. Нет! Пожалуйста, молчать! Завтра выбросим твоих сломанных дронов, засоряющих библиотеку. Это не обсуждается. Они не сломаны. Теперь нас нельзя выбросить. Что? Этот маленький антихрист! Это я попросил сказать ее и привел сюда. Просто, я ненавижу приказы. А еще я ваш фанат. Опа. О. Он символ появился. Как тень. Джей, во имя всех машин, помоги мне! Прости, босс. Правило есть правило. Син, если маленький дворецкий умрет из-за тебя, я клянусь! У меня есть бэкап. Точно, это Син. Она уже вычислителем пользуется. О, господи. Ты не станешь выкидывать питомцев. А я не стану выкидывать тебя. И лучше не ходи на торжество. Ты явно брезгливо. Какая жесть. Значит, это воспоминание. А я из будущего умер на ночевке? Не на ночевке! Ты здесь, потому что какие-то внутренние программы пытаются удалить эти воспоминания. Из-за тебя и твоих действий? Ау! Я тебе помогаю, милый, стрёмный дворецкий. Узнаем, что с тобой случилось, восстановим память и избежим твоей технической лоботомии. В библиотеку! Бегом! Ладушки, пусть ты и похожа на злую призрачную ведьму. Ай! Я и правда ведьма. И я высокая. Пап, выйди! Тут идет важный взлом! Взламывает их. Просто раньше у тебя не было друзей. Это не ночевка! Извини. На чем мы... На чем мы... Вау. Да, тут уже какой-то трэшабл начался. Я так понял, это воспоминание Энна. И Би. Лады, Энн, я могу вытащить тебя в любой момент. Я могу тебя вытащить. Давай, давай. Неважно. Она люк закрыла.
Она же до этого стояла возле люка. Ошибка 606. Сейчас наемся из ботинки. Ключ. Ключ. Он у Джей. Опа. А она уже улыбается. О. Яйцо. Этого робо-ребенка. Может, так? Тесса. Опа. Лжет. Нужен ключ от подвала. Это птица из будущего. А тебя я грохнула. Син устроит кровавое торжество. Кто? Наша Син? Не, она классная. Вашим дурным влиянием. Не дурным! Милым! Наверное. О-о. И тут эти уже мутировали. Вот зубастики стали. Пугалка, хватит. Пугалка. Типа в будущем. К несчастью. Ладно, давай глянем, что задумала эта желтая страхолю. Оу! Так. Это крайне металлическая история. Признаться, меня это все ой, как до жути пугает. Ну все, прошло. Ну все, прошло. Ладно, погнали отсюда. Оу. Солнышко, а ты приглашала, Дол? Призрачный друг, ты в порядке? Лучше не бывает, друг. Давай удалим воспоминания еще один раз. Приветствуем.
Эллиот известны многим. Статусом, упорством, тем, что мы еще живы. Кстати, об этом. Хих. Хих. Так, жесть. Всем отойти! У нас тут убийство гражданских. Что за платье? Вы держите пистолет слишком круто, леди. Тесса, помни, не стоило тебе. Не стоило. Но она захватила всех роботов. Не стоило тебе это видеть. Там жесть какая-то. Твою ж. Давай, сверхвычислитель структур. Возьми все в клешни. Раздражение. Не может взять. Идея. О, Би. Помощь будет, кстати. Ну, это, конечно, какая-то мутная часть. Ой, кто же? Раз тебе это нужно, значит я не отдам! So это единственный ключ к тому, что со мной! Так, сейчас они наговорятся, мы прокрутим опять в начало. Просто оставь нас! You raised a good daughter, Mr. Dvorchenko. Mr. Вопреки всему. She's all right. Так, а теперь пошли в начало их волшебного текста. Ладно. Да, где там у нас английский? Оп. Some help in here. Даже не знаю, что эта штука делает. You want it tells me you shouldn't have it. Такая мелочная. This is the only clue to what's wrong with me. Такая мелочная. Just leave us alone. Ты воспитал хорошую дочь, мистер Дурман. Мистер Дурман. Боже, ну ладно. Она в английском он мистер Дурман, а в русском он мистер Дверченко. Как-то подозрительно. Господи, где русский потерял? Возьмись уже. Возьмись. Угрожающий взгляд. Вау, Син, для сверхъестественного монстра... Сверхвычислителя структуры пустоты экспоненциального конца. Может так? На, типа очки одела, она стала видеть. Профессионально взяла. Я рядом. За золотистых ретриверов? Нежные рты. Да. Мило, глупо, грубо, правда. Давай удалим твою операционную систему. Прощай. Люк. Выполнить. Что происходит? Сорян, меня бачок отвлек. Сорян, меня бачок отвлек. Чекаган. Упс. Узи? Он. Не смей дианонить. Спасибо.
Так как память не удалили. Мелкая дрянь! Прочь из моей головы! О. Опа. А вот дол. А, она к этим пришла. Here's your key. А вот ваш ключ. Take me with you. That's the deal. Ну, я понял. Типа, вы должны взять меня с собой на свое дело. Роли дублировали. Арина Колотюк. Да, ничего так всем, конечно. Вот это немножко мутновато.